Здравствуйте, меня зовут Анна Бережная. Сейчас все о самых интересных культурных событиях, выходные и праздничные дни. На детскую музыкальную программу «Вокруг света за 60 минут» приглашает Приморская филармония. В программе выступление квартета русских народных инструментов «Садко». Начало в 11:00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Спектакль по роману Валентина Пикуля «Крейсера» дадут на сцене театра имени Максима Горького. Яркая владивостокская жизнь начала прошлого века, тяготы и смертельная опасность морской службы, японский плен, ложь и казнократство высших чинов. Все это проходит через трагическую судьбу героя спектакля настоящего русского офицера. Начало в 18:30, стоимость билетов от 400 до 2000 рублей. На дебютный танцевальный спектакль под названием «Моя маленькая большая жизнь. История одной девочки» во Дворе скульптуры железнодорожников приглашает студия «Бродвей». Эта история взросления каждого ребенка рассказывает, насколько важно участие родителей и их поддержка в жизни детей. Начало в 19:00, стоимость билетов от 500 до 800 рублей. Турнир по современному панкратиону «Дальневосточный рубеж» на арене Владивостокского государственного цирка сведет в клетке бойцов из России, Украины, Польши и Армении. Ведущим 221-го турнира Дальневосточной федерации современного панкратиона станет именитый московский рэп-исполнитель Александр Белый. Почетный гость события – известный российский боец смешанного стиля Сергей Харитонов. Начало в 19:00, стоимость билетов от 500 до 5000 рублей. На спектакль «Сказка о глупом мышонке» приглашает театр кукол. Знаменитое стихотворение поставлено как яркое музыкальное шоу с множеством разнообразных забавных кукол, которыми управляют три театральные феи – лампа, подушка и цветочек. Спектакль адресован самым маленьким зрителям. Начало в 10:00, стоимость билетов – 270 рублей. А музей города приглашает детей и их родителей на экскурсию по старому чердаку. Это интерактивная выставка, где представлен быт советского времени. Почти все экспонаты можно трогать, открывать, надевать, а главное – фотографироваться и делиться фотографиями с друзьями и родными. Начало в 12:00, стоимость билетов – 100 и 200 рублей. Первые в истории города соревнования по фридайвингу по версии «АИДА» пройдут с 10 по 11 июня в МГУ имени адмирала Геннадия Ивановича Невельского. Вход на мероприятие свободный, но обязательно предварительная регистрация. На спектакль по пьесе «Рэй Акуни. Чисто семейное дело» приглашает драматический театр Тихоокеанского флота. Рэй Акуни – знаменитый английский актер и драматург. Его пьесы совмещают в себе отточенную выстроенность комедии положений, некоторую фривольность языка и множество невероятных ситуаций, где герои часто выдают себя не за тех, кем являются, все более запутывая сюжет. Начало в 15:00, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. А клуб «Музыкальный вернисаж» в Приморской картинной галерее приглашает на беседу «Широка страна моя родная. Советские песни и живопись». Данный проект Александра Вовненко привлек немало почитателей изящных искусств. Концепция клуба основана на принципе взаимосвязи различных видов искусств, особенно музыки и живописи. Клубный формат предоставляет возможность свободно обмениваться мыслями, задавать вопросы, спорить. Начало в 12:00, стоимость билетов от 150 до 400 рублей. Институт искусств приглашает на дипломный спектакль студентов выпускного курса театрального факультета мастерской заслуженного артиста России профессора Александра Ивановича Запорожца «Конец дома Бернарды Альбы» по пьесе Федерико Гарсия Лорка. Начало драмы «Из жизни женщин» в стиле фламенко в 18:00, стоимость билетов 200 рублей. Внимание, билеты продаются за час до начала в фойе концертного зала Института искусств. А на сцене театра молодежи спектакль «Антиутопия. Не опера нищих». Вы попадете в среду обитания маргиналов и увидите, что там живут по модели традиционного общества. Такие понятия, как мораль, любовь, честь, подменяются алчностью, распущенностью и корыстью. И эта схожесть в пороках разных социальных групп практически стопроцентная. Начало в 18:30, стоимость билетов от 300 до 500 рублей. Празднование Дня России пройдет на спортивной набережной Владивостока. Гостей ждет большой концерт, а также конкурсы, подарки и мастер-классы. На сцену выйдут лучшие вокальные и хореографические коллективы и исполнители города. Начало в 12:00. Спектакль «Матросская тишина. Драматическая хроника в трех действиях» состоится на сцене театра имени Максима Горького. Это история о тончайшей генетической связи сына с отцом, о родстве, о родине, об эпохе, о любви и в то же время чувстве вины перед своими родителями. Начало в 18:30, стоимость билетов от 1200 до 1500 рублей.
Группа «Князь» представит свой новый студийный альбом «Узники долины снов» на сцене Санремо Холл. И, конечно, в программе прозвучат и любимые им песни, хиты времен «Короля и Шута». Начало в 20:00, стоимость билетов от 1,5 до 4 тысяч рублей. Пока на этом все. Хороших выходных и до встречи на культурных площадках Владивостока.